Здоровья, счастья и благополучия всем нам! С новым 2039 годом! Ученица 8-й школы Светлана Чистякова представила участникам конкурса «Ученик года» свой идеальный день. Девушка стремится стать и президентом, и художником, и моделью. Но главное, чем она гордится сейчас, это участие в добровольческом движении. У меня есть кумир, это Анджелина Джоли. Я хочу быть волонтером в Африке, прямо как Анджелина. В этом году были отобраны 11 учеников из разных школ. На заочном этапе жюри оценило портфолио, социальные заслуги, успеваемость и дополнительное образование. Поэтому среди участников не только отличники и хорошисты, но и ребята, которые достигли успехов в самых разных областях. Помимо учебы я также занимаюсь танцами. Я люблю читать, выступаю также на конкурсах чтецов, играю в интеллектуальные игры и вообще... Уже отдельно от школы у меня есть такое увлечение, как химия. Но просто очень мне нравится эта наука, я дополнительно ее изучаю сама. Городской конкурс пройдет в течение 3 дней. Организаторы подготовили для участников викторины о России, конкурсы о народах МАО, дискуссии «Я лидер» и различные мастер-классы. В данном учебном году учеником года, я думаю, будет креативный, творческий, любящий свою родину, очень активный, выражающий свои мысли, потребности в свете современных событий. В четверг по результатам всех этапов будет объявлен победитель, который представит Нефтеюганск на региональном этапе. Виктория Тимофеева, Александра Косевских, телерадиокомпания «Юганск».